Всем привет! Значит, хотим провести тест FPV камер. Значит, одна камера — это Chain TX02 200 мВт, и вторая камера — это MC02. Но у нее тоже переключается мощность от 25 до 200. Значит, ну, более точные характеристики я дам ссылки в описании, то есть можно будет сравнить по характеристикам эти камеры. А мы сейчас сделаем тестовый заезд, значит, на КВ-2 Антона. Здесь установлена камера TX02, и мой першинг здесь будет стоять MC02. Значит, пишущее устройство одно, поэтому сначала один танк проедет, потом проедет второй, а в видео я уже картинки совмещу, и будет возможность, ну, сравнить. Да, сравнить. Вот, ну что, давай. Все. У меня в красноту чуть-чуть отдает. У тебя вообще цветность, контрастность очень большая. Но это можно будет уже более точно увидеть вот на записи. Да, там, на записи. На экране. Картинки я совмещу видео, то есть будет возможность, ну, прям вот вживую сравнить. Вот, но тут вот, конечно, крепление надо какое-то продумывать, потому что вот камера нагревается, и на двухстороннем скотче она, во-первых, прыгать может и отлепляться, да, может падать. То есть надо какое-то крепление, может быть, такую подставку ставить, чтобы она держалась. Вот, ну, сравнение посмотрите, мы прощаемся. Да, Антон? Да. Всем спасибо. Всем спасибо, да, подписывайтесь на канал, пока.